Друзья, всем привет! Что есть у меня? У меня есть вот такое вот ведро старинное. Есть огромное желание из этого ведра сделать охрененную вещь. Вам предлагаю посмотреть и поделиться своим мнением. Поехали, без разговоров! Вчера лазил в интернете и наткнулся на отличную фирму по производству водонагревателей. Электрические водонагреватели в массе своей дешевый китайский Китай. Единственные не китайские, а на 100% европейские водонагреватели у французской Atlantic. Это вообще самые безгеморройные и самые недорогие в обслуживании бойлеры. А еще самые тихие, а еще самые экономичные. Причем Atlantic — это уже много лет лидер европейского рынка водонагревателей с долей в 50% половины рынка. Стоят европейские модели Atlantic столько же, сколько китайские бойлеры от 4000 рублей. Но обо всем по порядку. Чтобы водонагреватель служил долго и исправно, его обязательно нужно обслуживать. Так вот, бойлеры Atlantic самые недорогие в обслуживании. Вы даже не представляете, насколько. За 8 лет китайский бойлер с устаревшим мокрым теном съест на обслуживание около 17 тысяч рублей. А в бойлере Atlantic с новейшим сухим теном из особого вида керамики стеатита в 3 раза меньше, всего около 5500 рублей. Так что да, Atlantic самый дешевый в обслуживании. А еще все китайские производители дают на бак гарантию 5 лет. Между тем гарантия у Atlantic при своевременном обслуживании целых 8 лет. Сухой стеатиновый тен Atlantic быстро нагревается и медленно остывает. Расход электроэнергии на 15% ниже по сравнению с мокрыми тенами китайских производителей. Так что бойлеры Atlantic самые-самые экономичные. А еще Atlantic самые тихие бойлеры. На мокрых тенах скапливается толстый слой накипи, из-за которого при нагреве бойлер шумит. У Atlantic колба тена защищена эмалью, которая в 3-4 раза уменьшает интенсивность образования накипи. Да и ту анод разрыхляет в хлопья, которые оседают на дно бака. В описании под видео я оставлю ссылку на сайт Atlantic, где можно присмотреть настоящий европейский водонагреватель. А еще дам ссылку на статью, в которой рассказывается, как правильно выбрать бойлер. Если ищете надежный и экономичный водонагреватель, тогда кликайте по ссылочке и переходите.